что такое дмая? Дмая – это такой природный элемент, который синтезируется, в принципе, у нас в организме до определенного возраста. Потом мы можем его получать из большого количества диметилэтанола. Диметиламинэтанол очень хорошо первого и третьего типа, который ведет к улучшению тургора и эластичности. Также диметиламинэтанол очень хорошо улучшает качество мышечной системы. Диметиламинэтанол еще и очень хорошо улучшает кровообращение головного мозга. Поэтому, если вы, соответственно, стимулируете коллагенез, мышечную систему, то и кровообращение в головном мозге, соответственно, тоже будет улучшаться.